Чтобы не говорили злые языки, эта песня целиком, от первого до последнего звука, принадлежит перу Георгия Ивановича Васильева. Я в ней только внес одну маленькую. Я сказал, там в конце хорошо поставить то березку, то рябину. Идет эксперимент. Непутевка в парадном убранстве из уезда приехал в село. Капитан, предводитель дворянства и урядник с клинком на голову. Донести повеление свыше, да селян предводитель спешит. Старый парень дурит, на пенсию вышел, выбрать нового вам надлежит. Царь велел, говорит урядник, чтоб народ выбирал господ. И я всех, говорит, запру в курятник, кто указ не признает. Местный писарь прослыл скандалистом, тут сомнение, говорит, вышло не шмас. Не уступка ли социалистам этот мудрый царевый указ? Но уверенность в души вселяя, предводитель ответ дал простой. Демократия, говорит, лишь укрепляет наш родной крепостнический строй. Слышь ты, писарь, говорит урядник, ты сомненья эти брось. А не то, говорит, запру в курятник, чтоб с народом был поброс. А народ разошелся куда-то, мы готовы, давно пора. Мол, давай, выдвигай кандидатов, и царю-государю ура. А простая старушка Анисья из-под носу слезинку смела. Юрий в день, говорит, дождались, неужели же я дожила? Слышь ты, бабка, говорит турядник, ты язык-то прикуси, мамочка. А не то, говорит, запру в курятник, как ведется на Руси. Вот, сказал предводитель дворянства, забор третиком слазив в карман. Граф Цимлянский, борец против пьянства, кандидат от российских дворян. Стойте, стойте, вдруг писарь заахал, здесь же кворума нет, ой-ой-ой. А без него не избрать даже графа, хоть дворянство и наш рулевой. Слышь ты, дупло, говорит урядник, что мне хором, говорит, ерунда. Я запру, говорит, его в курятник, ежели сыщется, когда. Вышла Фроська в богатом наряде, мой мужик, говорит, парень, бл-бл-бл-бл-бл. Мы с семьёю даем на подряде 5 оброков взамен одного. Так уж лучше меня, крикнул Степка, а не Фроськиного пентюха. Я налью православным поступки, а масонам пущу петуха. Я вам кто, прохрипел урядник, я вам полицейский чин. Сейчас запру, говорит, вас всех в курятник, без дознательства причин. Кто-то кикнул, рванули рубаху, кандидатов с ускалы штук 7. Но сперва дисциплиною пахло, а потом перестало совсем. Выдвигали, как в пьяном горе, аж ворота сорвали в петель. Кто-то крикнул, а хрен ли нам, барин, дайте волю, устроим мордель. По деревне ходит парень, вся рубаха в петухах. Видно, парень очень смелый, не боится ничего. Писарь крикнул, свободу печати, но народ его не поддержал. Потому как глаголей даяти всех крючков этих не уважал. Но зато как услышал про волю, да с землицей, да шоп при коне, то уж тут началось такое, что аж мухи прижались к стерне. Вы хамьё, умойте хари! Предводитель зарычал, отпишу, говорит, государю, эксперименты шоп кончал. Но стихию поди обуздай-ка, заработав огромный фингал. Только к ночи посредством на гайке всех в курятник
курятник загнал. А безвинные старушки Анисия в толчее повалили плетей. Вот и бабушка и дождались, вот и бабушка и